Из колонии с любовью. На сотрудников Ивановского УФСИН возложена серьезная ответственность. Они должны передать подарки воспитанникам детского дома «Звездные» от людей, которые лично не могут вручить их. Машинки, мягкие игрушки, подушки и целый пакет вязаных вещей – все это своими руками сделали осужденные ивановских колоний специально для ребят. Мы ежегодно принимаем участие в марафоне «Ты нам нужен». Мы изготавливаем домики для собак и кошек в приют «Майский день». Ну и, естественно, наше учреждение сотрудничает как с детскими домами, так и с домами престарелых. Сегодня мы приехали с подарками в детский дом «Звездный», познакомиться с воспитанниками и привезли подарки 4 колонии. Это 3-я, 4-я, которая расположена в Кинешме, и 5-я, 7-я – это Ивановский куст. Все поделки осужденные смастерили в свое свободное время. На каждую затрачены силы и время. Но авторы игрушек заранее знали, что их отвезут именно в детский дом. Потому создавали их с любовью, как для собственных детей. Зайчики, медвежата, машинки, корабли. Игрушки ориентированы на ребят совершенно разного возраста. Но здесь каждый подарок найдет своего адресата. В нашем учреждении сейчас находятся дети от 2 лет и старше. Есть у нас воспитанница, которой будет скоро 20 лет, она заканчивает 11 класс. Но как любой ребенок, естественно, игрушки всегда очень рад. Поэтому ребята все получат, когда вот у нас есть группа маленьких, которые сейчас спят, у них тихий час, они встанут, обязательно разберут игрушки та, которая им понравится, они возьмут себе. Прежде чем подарить игрушки, ребятам рассказали о том, кто их смастерил. Организаторы уверены, детям полезно знать, что даже люди, однажды в жизни оступившиеся, способны на добрые поступки. Каждый имеет право на второй шанс. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.